тоже какой красивый сорт, и там пчелки. Очень красивая роза, такая необычная. Вот тут несколько кустов их такой розы. А вот еще. Так много здесь всего. Мама. Там лавочки, можно посидеть, отдохнуть. Вообще классно, да? А мне вот это понравилось. Ай, мамочки, умереть. Пахнет? Форма какая, изящность какая. Угу. Не зря же люди любят розовый. Что, Ева, ты мучишь? Тебе этот цветочек понравился, да? Как эти цветы называются, Ева? Розы. Ой, Ева, а там смотри, какой конь этот. Получается овраг, да? Смотри, не задавись. Съешь во рту, чтобы ничего не осталось. А птицы-то поют, слышишь, как? Прямо райское местечко какое-то. Вот тут рыженькие есть. Ага, вот тоже красиво. Меня все просят быстро камеры не водить. Я и так уже еле-еле вроде. Все равно, наверное, получается быстро. Мелькает все. Хотя я стараюсь. Вот тоже красивые какие. Ничего себе, они маленькие. Это зайчик, кролик один. Маленький. Ой, кроличек. Белочка и зайчик. Да, прямо вот так с нами рядом. Такой сладенький, такой сладенький. Он маленький, он это детеныш, да? Да, он детеныш. Ой, какой хорошенький. О, какая песня. Смотри, хвостик беленький. Смотри, такой красивый. Ай, побежал. И белочка тоже маленькая, это тоже тут детеныш белки, да, а это детеныш зайца. Да, все детеныши глупые, выходят днем гулять. Ой, такие хорошие. Я первый раз такого маленького зайчика вижу. Вон он там сидит, вон он там ушастик. Вон он. Я не вижу. Я не вижу. Он побежал, побежал. Выходит на лужайку. Вон, смотри. Не, он бежит. А я чуть-чуть. Ничего себе! Так вот среди людей. Вот люди. Тут мы и зайчики тут. Да. С белочками. Ой, а вон еще вторая маленькая детка белки. Да, детеныши все вышли на пар. Тын-дын-дын-ты. Ты классно. Они где-то там у них, значит, норка. Да, Ева? Да. Где белочки живут? Они внутри там бегают. В норках? Да. В норках. Если кто-то их напугает, они в
Угу, все правильно. А тебя, если кто напугает, ты куда бежишь? Домой. Целый пла... Ой, тут одни белки, вон, большие, маленькие. Да, непуганные белки. Я так люблю тоже желтые. Такие красивые они. А эти пахнут клубниками. Клубникой, вон сиреневые даже, смотри, Ева. Черникой пахнут. Миллион-миллион разных роз. Разноцветных роз. Из окна, из окна. Да, да. Пчелка. Пчелка, да. Пчелку лучше не трогать тоже. Она кусается его. Вернее, жалится. Вот эти деревья сиреневые. Розы кругом. Вот солнышко вышло. Да, Ева? Все, уходим из розария. Вот, розовый сад.